Привет, друзья! В субботу купили ребенку самокат и обратили внимание на то, что на самокатах сейчас катаются и взрослые, и дети. И подумали, почему бы не сделать самокат из воздушных шариков. Подумали, делаем. Итак, начнем. Для изготовления самоката нам понадобится два длинных шарика ШДМ, их размер 260, насос для воздушных шаров и ножницы. Самокат у нас будет из красного шарика, а зелеными сделаем колеса. Итак, традиционно растянем шарик и наполним его воздухом. Хвостик оставим примерно на 8 пальцев. Вот так. Да, большой хвостик длинный. Немножко спустим воздух и завяжем хвостик. Итак, друзья, сделаем элемент pinch twist. Один, только маленький-маленький. Вот. Что мы делаем? Мы сначала скручиваем шарик, сейчас сделаем второй. Вот так. Скручиваем шарик. Вот. Теперь складываем. Левой рукой держим. Пальцами правой руки оттягиваем и перекручиваем. Надеемся, что вам хорошо видно, да? Это нам частенько поступают жалобы, что я закрываю все рукой. Ну, извините, буду следить. Так, вот у нас два элемента pinch twist. Теперь делаем руль. Буквально на два пальца сделаем bubble twist. Теперь маленький bubble twist. Вот так. Теперь еще один такой, как первый. Вот так. Теперь складываем вот таким образом и перекручиваем. Вот. Это ручка с одной стороны. Так, оттягиваем и перекручиваем. Вот. Теперь сделаем такое же. Такие же элементы с другой стороны. Скрутим шарик. Раз. Это у нас будет руль, да? Маленький bubble twist. Видите, друзья, сколько воздуха здесь собралось. Не забывайте легким нажатием правой рукой на шарик распределять воздух туда к хвостику. Так, скрутим шарик. Раз. Снова складываем и перекручиваем. Вот, друзья, что у нас получилось. Давайте теперь аккуратненько расправим с одной стороны pinch twist, с другой стороны будет один. Тогда будут хорошо, ровненько держаться. Вот, половинки. Теперь отмеряем. Ну, где-то на 8 пальцев, да? Скручиваем шарик. Раз. И делаем передние колеса. Нам надо сделать элемент pinch twist. Скрутим шарик. Раз. Складываем. Пальцами правой руки оттягиваем. Перекрутили. Вот уже у нас вырисовывается потихоньку. Давайте перекрутим здесь руль. И будет понятно, да? Вот. Дальше делаем то место, да, на которых, можно сказать, даже спортсмен, да, и становится ногой. Скрутим здесь шарик. Раз. И здесь делаем два элемента pinch twist. Один будет у нас тормозом задним. А второй, как и здесь, колесом. Скрутим шарик. Он великовато. Скрутим шарик. Раз. Складываем, да, как мы с вами делали.
Пальцами левой руки зажимаем, пальцами правой руки оттягиваем и перекручиваем. Все, теперь останется сделать такую же ответную часть. Вот. Значит, мы здесь шарик скрутим. Давайте сначала заведем за сегмент пинч-твист, то есть за наше переднее колесо. Вот. А потом уже аккуратненько спустим воздух и завяжем шарик. Вот видите, друзья, тут воздуха вообще практически, свободного пространства нет. Поэтому очень аккуратно делайте надрез, иначе лопнет шарик, и вы не сможете его завязать. Вот, я сразу придерживаю рукой, обовьем и завяжем. Вот. Хвостик спрячем и посмотрим, что же у нас получилось. Ну, замечательно. Вот вам и самокат. Только это еще не все. Наполним воздухом зеленый шарик. Хвостик можно оставить достаточно длинным. Наполним шарик где-то наполовину. Вот, друзья, какой у нас длинный хвост. Ну, просто он нам не нужен длинным. Это мы будем делать колеса и место для ноги. Так, вот наш самокат. Значит, вот переднее колесо. Нам необходимо прикрепить шарик. Обовьем его вокруг. Вот. И как вы уже догадались, мы, по-моему, мотоцикл, да, недавно делали подобным образом колесо. Да, красивый, кстати, мотоцикл получился. Определим нужную длину. Здесь скрутим шарик, то есть нам необходимо сделать петлю. Вот так, да? Теперь мы ее закрепим. Можно обвести вот так. Вот. Видите? А можно было просто перекрутить здесь. Ну, как удобно. Так, и сюда как раз войдет сегмент пинч-твист. Вот. И будет красивое большое колесо. Зеленый шарик выводим вверх. Вот. И укладываем его между красными шариками. То есть у нас будет самокат еще и разноцветный. Вот. Определяем длину, потом расправим все шарики. Давайте вот так. Скрутим шарик. Закрепим его сзади, за заднее колесо. Вот так. Здесь у нас порядок. Зеленый шарик утопим между красными, чтобы у нас такая была большая площадь для ноги. Здесь у нас все супер. Так, друзья. И осталось сделать заднее колесо, а потом расправим шарики. Заднее колесо делаем таким же образом. Вот. Определим размер. Теперь скрутим шарик. Как мы с вами, да? Можно завести зеленый шарик за сегменты. Поместим внутрь сегмент пинч-твист, развернем. И будет прекрасное второе колесо. Главное, чтобы они были одинакового размера. Здесь сейчас мы вот так поправим его. Вот. А здесь спустим воздух. И в данном случае можно просто обвить несколько раз хвостом и обрезать его. Можно завязать. Вот. Друзья, как мы уже говорили в прошлом видеоролике, если хотите прям, чтобы фигурка
стояла долго-долго, необходимо обрабатывать специальной жидкостью, которая не дает воздуху перед изготовлением фигурки. Необходимо обрабатывать специальной жидкостью, которая не дает воздуху и гелию в том числе проникать сквозь поры шарика. Ну что, остается все расправить. И получится супер самокат. Ну вот, дорогие друзья, наш самокат готов. Получился даже супер экземпляр. Весело же, правда? Нам недавно написали такой вопрос, что здорово это все, но зачем это нужно? Ну как, зачем? Ну детей, например, порадовать, правда? Своими руками что-то сделать, придумать что-то интересненькое. Ну мы так считаем. Ладно, друзья, легко и просто. Сделай сам, пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока. Всем хорошего настроения. Не грустить. Пока.